Итак, Елена, ваша карта. Вы думаете, я нарисовал карту? Нет. Я нарисовал колоду. И она всегда с туза начинается, а ваша карта находится где-то внутри. И мне не составит труда ее оттуда достать. Ребята, но самое удивительное, что это только рисунок. Вот это да! Сегодня к нам на праздник пришли просто золотые дети. Невероятно! Меня зовут Михаил Макграндис. Я был рад сегодня перед вами выступать. Мне понравилось, как фокусник засовывал в рот меч. Как фокусник засовывал себе падали монетки. Шарик вложил в ладошку и колдовал. Как из носа, как эти монеты падали. Когда из ровной веревки завязывали шнурки, а потом разрывали.